иду. Давно не виделись. Мам, нужно нарядиться. Выберу самое лучшее платье. О, это мне нравится. Так, что ж мне одеть? Я хочу красиво выглядеть. Какой я модник. Надеюсь, кошечке Мире понравится. О, сделаю приятно кошечке Мире. Подарю букетик цветов. Oh, yes! Тути, сколько сегодня будет пациентов? На сегодня записи больше нету. Это тебе. О, и ты для меня? Спасибо, это так мило. Бубу, чувствуй себя как дома. А я накрою стол. Угощайся, Бубу. Я очень старалась. С удовольствием. Очень вкусно. Съем еще несколько. Кошечка Мира, спасибо за пончики. Мне нужно уже уходить. Приглашаю тебя завтра в кинотеатр. С большим удовольствием. До завтра. Что-то я себя нехорошо чувствую. Зачем я съел так много пончиков? Мне нужна помощь. У меня болит животик. Проходите к доктору Арине. Доктор, я съел много пончиков. И теперь меня тошнит и болит живот. Ох, Бубу, сделаем УЗИ и посмотрим, что с тобой. Не бойся, Бубу. Все ясно. Это переедание. Вот, держи салфетку. Вот таблетки. Они тебе помогут. Доктор Арина. Пока, Бубу. Не болей. Как грязно. Нужно срочно сделать уборку. Эй! Oh, yes! Чисто. Теперь пойду на кухню. Чисто. Осталась ванная комната. Ага. Фух, справился. Oh, no. Ой, мой хвостик. Кажется, мне нужна помощь доктора. Наконец-то пришел. Ой. Мой хвостик, помогите! Что вы кричите? Доктор освободится через 10 минут. Лучше попробуйте вкусняшку. Выпьем лимонадик. Вкусненько. Well. Привет, Бубу. Что у тебя случилось? Я занимался уборкой, и мой хвостик в ужасном состоянии. Я тебе помогу. Проходи в кабинет. Доктор, скажите, а мне не будет больно? Нет, Бубу, будет все быстро и не больно. Бубу,
теперь выбирай, какой тебе цвет нравится. Очень мило. Все в порядке. Спасибо, доктор. Вы меня спасли. Пожалуйста, не болейте. Пока. Конфетки. Еще хочу. Еще одну. Ой, мои зубки. Алло, доктор слушает. У меня болят зубы. Приезжайте в больницу. Доктор, помогите. Больной, что вы ели? Конфеты. Много конфет. А зубы ты чистил? Нет. Все понятно, пройдемте в кабинет. Больной, откройте рот. Ого, как все запущено. Откройте рот. Ну, откройте, это не больно. Теперь нужно потерпеть. Много конфет нельзя кушать. Ура! Зубки нужно чистить и утром, и вечером. Пока, Арина. Пока, будьте здоровы. Я упал. Так, посмотрим. Ого, сколько колючек. Теперь вытрем грязь. Теперь наложу бинт. Спасибо, Арина. Впредь будь осторожен. Пока, Арина. Пока. Прокачусь на машине. Yes. Эй, еще быстрее. Больной, проходите в кабину. Ого, как много переломов. Сейчас исправим. Все в порядке. Арина, спасибо тебе большое. Бубу, береги себя. Пока, Арина. Пока. Мороженое. Еще хочу. Вкусно. Кажется, я заболел. Пши. Алло? Доктор, мне плохо. Алло, горло болит? Приезжайте в больницу. Oh, no. Бубу, что случилось? Я съел много мороженого. Кажется, у тебя жар. Померяем температуру. Ого, какая высокая. Тебе нужен компресс. Так, хорошо.
Тебе нужно лекарство выпить. Теперь закапаем глазки. Намажем этим кремом. Посмотрим твои ушки. Ура! Я здоров! Ура! Лечение прошло успешно. Спасибо большое! Бубу, много мороженого есть нельзя. Пока, Арина. Пока. Арина, приходи ко мне на огород. Хорошо, приду. Пошли собирать фрукты. Арина, пойдем есть ягоды. Давай. Нужно помыть руки и фрукты. Арина, ты первая. Хорошо. Бубу, теперь твоя очередь. Ага. И так сойдет. Вкуснятина. Клубничка. Вишенка. Ой, мой животик. Бубу, что случилось? Ой-ой-ой, это микробы. Нужно ехать в больницу. Так, посмотрим. Арина, я не помыла руки. Все понятно. Померим температуру. Ого, какая высокая. Нужно лечить. Бубу, нужно выпить лекарство. Бубу, нужно мыть руки всегда. Понятно? Я понял.